Всем привет, ребята! И вы на канале Андрей и Ирочка Инфо. Мы почему назвали Андрей? Потому что мы снимаем и видео с Андрюшей, и хотелось бы, чтобы канал тоже был связан с ним. Ирочка сейчас в школе, ребята. Она не знает, какой сюрприз ее ожидает. Пам-ба-ба-бам! Мы постригли Андрюшу на лысо. Да, потому что у него не волосы, а пушок, очень-очень мало было волос, и они были такие, как пух, знаете, и нам посоветовали его постричь, чтобы росли хорошие волосы. Нам было очень-очень жалко, поверьте, мы не хотели этого делать, но надо так надо. Пойдем гулять, давай покажем детям всем твою прическу. Тебе постригли волосы, Андрюш, где твои волосы? А? Покажи твои волосы, а ну сними шапочку. Сними шапочку. Смотри, здесь волк. Давай, сними шапочку и покажи свои волосы. Давай. Не хочешь? Давай сам сними. Сними шапку и покажи. Где твои волосы? Где волосы, Андрюша? Пам-парабам. Где твои волосы? Где волосики? Как не знаешь, как постригли тебя? Ну, покажи, как тебя постригли. Вот так тебя постригли? Видите, ребята, он показывает... Его машинкой стригли. Так тебя постригли. Как постригли Андрюшу? Что ты хочешь? Давай посмотрим, где Ирочка наша. Здесь у него покусали комарики. У нас очень комары такие. Только не кидай телефона. Комары, ребята, очень ядовитые. Я не знаю почему. Напишите у вас в комментариях тоже так. Краснеют. Идем на улицу. Давай. Идем к Данилке. Давай, идем. Давай покажи ребятам, где тут волк. Как делает волк? Кумфаши лупу. Рата, унди лупу. Унди, где здесь волк? А ну покажи ребятам. Ребята не знают. А ну покажи. Где волк? Где волк? Ой-ой-ой, страшный волк. Как делает волк? Вот так, ребята, мы с ним занимаемся. Андрюша у нас изучает сразу два языка, как и Ирочка. Ба, это у нас козичка, да? И румынский Андрюша, и на румынском мы его учим разговаривать, и по-русски. Да, да, мама. Да, это козичка делает ба. А как делает волк? Ой, ребята, а ну покажи еще раз, как делает волк? Ой-ой-ой, ребята, вы испугались? Ну все, ребята, мы будем дальше заниматься с Андрюшей, а вы напишите в комментариях, кого еще стригли на лысо в детстве. Мама! Кстати, Иру мы ни разу не стригли. Мама. Да. Плачет, плачет. А меня стригли на лысо, нашего папу тоже стригли. Так что напишите в комментариях, вас стригли в детстве, либо нет. А вы не забывайте подписываться на наш канал Андрей и Ирочка Инфо, ставить нам лайки, писать комментарии, какие у вас есть вопросы к нашей семье. Мы вас любим. Пока-пока, ребята.